Прививка все еще самый эффективный метод борьбы с коронавирусом. Обезопасить себя и общество – вот главная задача каждого ответственного гражданина. Прививки от ковида делает все больше людей. Для этого даже не обязательно идти в больницу. Для удобства сельчан передвижные пункты вакцинации курсируют по республике. 20 июля один из таких пунктов приехал в Лямберский район. Желающих оказалось много. Сегодня мы прививали вторым компонентом вакцины «Гамковидвак». Привились 60 человек. Прививали механизаторов агрофирмы «Октябрьская», часть местное население, ну и из соседних сел, которые здесь вот вокруг приезжали. Процедура прохождения вакцинации вторым компонентом мало чем отличается от первичной. Перед самой прививкой каждый пациент в обязательном порядке проходит осмотр терапевта. Реальных противопоказаний к вакцинации мало, а вот причин укрепить свой иммунитет много. Я считаю, прививка – это шанс человека защитить себя от опасной вот этой вирусной инфекции, которая заполонила нашу страну. Сама процедура вакцинации занимает считанные секунды, но именно от нее зависит как здоровье каждого привившегося, так и приближение формирования коллективного иммунитета. Ирина Суконкина, Сергей Кувакин, Народные новости, Лямберский район.